Всем доброго дня. Это видео как бы анонсирует очередную, третью книгу на нашем канале. Эта книга пока имеет рабочее название «Принцип динамического равновесия в боевых искусствах», но звучит несколько странновато и заумно, да, и мне кажется, что это название, наверное, будет впоследствии изменено. Если помните, первая книга, о которой шла речь на нашем канале, это «Партизаны кунг-фу», и эта книга на момент вот этой вот записи продолжает еще писаться, и будет еще выкладываться последовательно главами, как и выкладывалось до этого. Вторая книга – это «Размышления о Лао Фэншань». Эта книга уже более такая прикладная по отношению к первой. Если первая «Партизаны кунг-фу» рассказывает просто не только вот о моем пути, например, в боевых искусствах, но и о пути тех, с кем я встречался. Это все личный опыт освоения боевых искусств в условиях сначала СССР, потом России. Там рассказано обо всех нелепицах вокруг вот этого понятия боевое искусство, о запрете боевых искусств, о новом разрешении и о том, как вообще развивались боевые клубы, каким образом можно было найти себе учителя, и, наверное, до сих пор так примерно можно, ну и так далее. Вторая упомянутая книга «Размышления о Лао Фэншань», несмотря на скучное название, содержит в себе основные сведения о том, что вообще такое боевое искусство. Ну, в частности, там речь идет, конечно, о Лао Фэншань, но, в общем-то, это касается боевого искусства в целом. Чем это отличается там от постбокса, постспорта, от восточных и невосточных единоборств различных, что вообще такое боевое и небоевое, ну и прочее подобное. Там же рассказывается об основных аспектах освоения боевого искусства, о его принципах, ну и прочее подобное. И вот третья книга, которую представляет это видео, она будет содержать в основном только одну цель – пояснить вот этот вот принцип динамического равновесия и то, каким образом он используется в боевых искусствах. Для меня, например, это был, ну, первый, наверное, принцип, ну так, если прикинуть, наверное, один из первых таких базовых и основных принципов боевых искусств, и он так и остался для меня наиболее важным и ценным. И речь, конечно, здесь не идет о буквальном каком-то равновесии или о том, как его удержать. Речь здесь не идет и о каком-то техническом или физическом термине. Здесь мы будем касаться исключительно практики, исключительно вашей прикладной работы с противником, взаимодействия с противником или противниками, в общем, с любой агрессивной стороной, да, противоположной по значению, о том, с чем вам придется иметь дело в принципе в вашей боевой практике. И вот основным принципом такого взаимодействия в этой книге является принцип вот этого вот равновесия. Причем равновесия не статичного, да, а именно в динамике. Там мы, конечно, будем касаться таких отдельных аспектов, как ваша медитативная практика. Но мы будем говорить уже не о медитации в буквальном смысле, как у нас говорится на канале в плейлисте «Медитация», а мы будем говорить о том, что является таким достаточно желанным для многих бойцов, но при этом неуловимым и зачастую не очень возможным. Это та ситуация, когда медитацию притягивают непосредственно к боевой практике. Или наоборот, боевую практику к медитации. Вот я, как правило, советую медитацией заниматься в начале тренировки и в конце тренировки. И не смешивать эти два процесса. Почему? Потому что иначе получается что-то совершенно скомканное и зачастую уже как-то не очень работающее, не очень практичное. Но вот в книге, о которой идет речь, вы сможете увидеть, каким образом вообще-то вот эта медитативная практика буквально уже встроена в вашу прикладную практику, боевую практику. Она реально уже встроена. И ваша задача только вскрыть ее особенности. Но книга, конечно, не этому посвящена. Это, среди прочего, там обсуждается. Кроме этого, в этой книге описан один из наиболее важных таких системообразующих психологических аспектов ваших тренировок и вашего взаимодействия с противником. Здесь не будет идти речь о каком-то бесстрашии, о страхе, хотя немного там об этом упоминается, и упоминается о том, что вообще представляет собой, там, например, страх, каким образом боец оказывается, например, бесстрашным и прочее подобное. Но речь идет несколько о другом аспекте психологическом. Скорее о таком аспекте, который в принципе купирует вот эту вот возможность постоянной самооценки. Это вот та ситуация, с которой каждый человек живет, каждый человек имеет некий внутренний голос, ну условно, конечно, такое суперэго. Это голос там одного из родителей, например, может быть, голос какого-то авторитета, там условно.
и так далее. И именно с позиции этого внутреннего голоса мы нередко оцениваем собственные поступки, собственные действия и, как правило, как раз ошибаемся. Вот в книге идет речь о том, каким образом вот эта вот самооценка ошибочная купируется полностью. И это является неким важным психологическим аспектом для непосредственного контакта не только с противником, а с реальностью как таковой. Вот как раз о системе реальность и наше субъективное и идет речь в этой книге. О том, как вот это вот субъективное привести к тому, что мы могли бы назвать объективным. Или, по крайней мере, до какой-то степени объективным, если мы можем говорить просто о наблюдаемой реальности, а не о реальности за пределами нашего наблюдения. То есть мы будем говорить о том, с чем мы непосредственно и постоянно взаимодействуем. И именно это мы будем называть реальностью. И контакт наиболее плотный вот с такого рода реальностью мы будем осуществлять благодаря вот этому принципу динамического равновесия. Собственно, книга призвана точнее объяснить само понимание боевого искусства с точки зрения применения вот этого понимания. Понимаете, да, некий замкнутый круг, конечно, получается, но идея заключается в том, чтобы вот это максимально плотное взаимодействие с окружающей средой и стало источником ваших безошибочных действий, а не наоборот, когда кто-то пытается сначала создать систему безошибочных действий, а потом эта система не выдерживает давления реальности, что вполне логично. Иными словами, книга не о том, как применить теорию в боевой практике, и не о том, как боевую практику дотянуть до теории. Книга вообще-то о том, как понять боевую практику, как, в общем-то, боевую практику превратить в теорию, которая позволит вам еще лучше освоить боевую практику. В этой книге, конечно, будут какие-то отсылки к Дао Дэ Цзин, к различным таким расхожим достаточно понятиям, таким как недеяние, к известной такой цитате из Дао Дэ Цзин в переводе Ян Хеншуна. Там одно рождает два, два рождает три, а три рождает все вещи. Это нечто такое комментируемое с самых разных позиций, ну, в общем-то, довольно мутное. Но вот вы увидите, как на самом деле ничего мутного в этом нет, все совершенно ясно, предельно понятно, как вот эти вот, казалось бы, неясные выражения совершенно четко отражаются в реальности и конкретно в вашей боевой практике. И вы, благодаря этому, может быть, благодаря этой книге, совершенно по-другому оцените Дао Дэ Цзин и будете читать его уже по-другому, понимать те термины, которые до этого были какими-то туманными, расплывчатыми и, возможно, довольно романтическими. Но вот они будут, в общем, совершенно прикладными и обыденными. Но от этого только выиграют. Все необходимые ссылки я укажу внизу в описании к этому видео, как только начну выкладывать отдельные главы книги, о которой идет речь. И, кстати, отсылки к предыдущим двум книгам тоже будут внизу в описании к видео. Еще раз, на всякий случай, хочу вернуться к тому, что эти все книги имеют разные цели. И, в частности, вот эта третья книга, книга о динамическом равновесии в боевых искусствах, она нацелена исключительно на практиков боевых искусств, на прикладников. И на то, чтобы сделать эту практику прикладную еще более эффективной и оптимальной. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Обращаться к ресурсам, обозначенным внизу в описании к видео. Там масса ресурсов, содержащих информацию о боевых искусствах. И счастливо. Хороших вам тренировок.